Доброго времени суток, мои уважаемые подписчики. Подписываемся на канал ТВ Маэстро. Нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе событий, происходящих на канале. Очень много видео, очень много стримов, прямых эфиров у нас. Ставьте лайки, пишите комментарии. И сегодня вот нарезка видео о наших добрых делах. Пробежался с утра, увидел всех, кто чем занимается. Сейчас приехал на Новослободку. Ну, здесь все нормально. Здесь ребята двигаются пошустрее, побыстрее, в отличие от Савеловского вокзала. Кто не в курсе, ребята, смотрите канал, смотрите ролики. Помощь бездомным, помощь людям, попавшим в беду. Это кредо нашего канала. Всем замечательного настроения, приятного просмотра роликов. Смотрите, поддержите, пожалуйста, канал. Не возбраняется и материальная помощь. Кто пожелает задонатить, перевести на Сбербанк денежки, вся информация в описании каждого видео, в описании канала. Личный телефон мой, кто хочет задавать какие-то вопросы, звоните, пишите в WhatsApp, Viber, Telegram. Все это есть. Очень благодарен ребятам. Сегодня еще один донатик прилетел на донат Alerts. Спасибо огромное, ребята. Галине отдельное спасибо. Птичка мозгоклюйка. Все. Всего доброго, здоровья. Самое главное всем, ребята. Не унывайте, девчата. Пишите, звоните, буду рад пообщаться, отвечу практически на любой вопрос, если в состоянии мое серое вещество переварить данную информацию. Всех благ, смотрим ролик. Не знаю, ай, девчоночки, мне подскажите, все они такие в платьице и ватрушки в разные страны. Расскажите, что-то покажите. Да. Хуя вам, чего, бля, покажу. Вот она сидит, бля, на скамейке. Стакан освободи хоть, ёб твою мать. Вот сидит она, бля, ё-моё. Ты, ё-моё, бля. Мы решили, думаем, что-нибудь придумаем. Хуй там, бля, не вышло нихуя. Как она начала рамсить ебаного, так разбежался даже в поле этот дрожь. О, Смоктуновский. О, бля, еще одно. Здравствуйте, начальник, с Новым годом. Поздравляю я вас, ё-моё. Что, выспался? Спокойненько. Руку пока не тянем. Кепка где? Смотри, что многие не протянем. А остальное все сразу хуй поймешь. Блин, я не специально. Я ночью познакомился с такими, блядь, девчонками. Опа-на. Опа. Ноги белые, блядь, не загорелые. Да, блядь, Европа. Стоят, вертят. Шевелят. Дубин, судин. Как будто вряд. Пиццу оставьте. Здесь девчонка. О, девушка. Простите. Я уходите. Там нехуй делать для меня. Сейчас я у чувака отлечу от таких, блядь. А там сидит такая.
Да я такая, блин. Я не такая, я жду трамвая, ёпты. Я прям ёбаный насос. Блять, только ногти надо накрасить, блядь. Жаба ебаная, блядь. С кем ты ногу утёс, ты жахайся. Он хуй сосал, блядь, пидорас этот ебаный. Ты кого, блядь, сука, утёс, ты жахайся, но гомосек ебаного. Гомосек ебаный. Ебётся среди ночи, блядь. Блядь, всю ночь ебется, блядь, потом на полдня в школе проводит, а потом с тобой еще полсуток, блядь, хорошо отсидеть. Андрюха. Здорово, братан! Да не братан, я там красные штаны пошел. Хуя себе. О, смотри, 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 попер, попер. Смотри, чтобы пистолет не достало, блядь, не застрелило тебя нахуй. Доброго времени суток, уважаемые подписчики, проверка. Привет, Машка! Видео уже увидела. А? Я уже увидела. Я понял. Ну что у тебя тут? Все течет, блядь. Заебал. Ну а что ты не перемотаешь ее опять? Видео, пускай сохнет. Сейчас я куплю тебе карцил вокруг, не в саму рану, а вокруг вот так намажем. Обеззаразим. Что у тебя там по таблеткам есть? Бинт есть? Здорово, хулиган, блядь. Че, как ты? Въебать охота, да? Это как обычно. Ну, бинт есть. Я тебе сейчас куплю карцил, не знаю, сколько он там стоит. Вот, мне там наши дорогие подписчики киданули немного. Нет. Я знал, он там. Что, ну, ну и могу вам это, на ход ноги чекушку купить, не больше, ну, на двоих. По 125 грамм боевых. А так и будет чечь, да? Если лечить не будешь, у тебя там пиздец все будет. Я разговаривал с доктором, блядь, он сказал... Идет. Ну надо обрабатывать, Маша. А у меня маленькая, нет, идет. Надо промывать, она у тебя грязная. Просто полторашку воды, ты же можешь полторашку воды, давай я тебе маленькую, есть мыло у тебя? У меня вообще нет, ничего. Давай я тебе куплю мыло сейчас, положишь, вон полторашку воды набрала, куда-нибудь зашла вон в кусты, хотя бы ногу эту вот тут обмыть всю, чтобы она у тебя чистая была, да. И куплю карцилла, тут эта красная херня, как зеленка, только красная. То не в саму рану, а то она будет щипать у тебя сильно. А, рядом, да? Вокруг вот так прям побольше вот так намажь, а саму дырку вот эту оставь. Да. Это когда ты без бинта ходишь. Ну, да. О, она подсохнет, будет это обеззараживаться. Этому похеру, он царапает свою болячку, не лечится, да, ни хера. Я говорил, чё вы над собой думаете? Я хер его знает, ну. Забили хуй на это, на жизнь, на свою. Так, ты вот от меня. Давай за меня, он у меня. Поэтому я тебе говорю. Я так и так. Ты от меня слышал, чтоб я что-нибудь говорил про тебя. Про болячки твои или что. На базу, так ты не дошел, космос. Не обижайся, без обид, ёптань. Там серые брюки висят на базе.
Сходи, посмотри, переодень. Нет? Там, да, я тебе уже 3 дня об этом говорю. Ты 3 дня забиваешь хер. Нет, я не забиваю. Ну. Пошел я, короче, в аптеку. Куплю. Аптека вот. Можно и здесь, да. Это дорогая аптека на той стороне. Ну, хер с ней там, какая разница. А. Тебе главное чекушку, а мне вот главное в аптеку есть сходить сначала. Вот если бы ты попросил, блядь, спину чем-нибудь помазать, блядь, а тебе чекушка нахуй. Не знаю, что вы думаете. Я да. Не хочу. Что вы, издыхать собрались? Ну? Что, Маша? Не докричусь я до вас никак, на. Пиздить надо. Не надо. Мне а что не надо? Не надо. А? Где дома, блядь? Ты заебал. Ну где дома? Быть. Нет, на лавке спал бы. Ты вроде бабе собирался. А? Бабе. Какой бабе? Нету у меня сейчас бабы. Холостой я. Чего так? Поругался, да? Ну, да, не важно. Да? Не важно. Это не мои дела. Да, я... ладно, сейчас подойду в аптеку и в Бристоль схожу. Добрый день. Да. А, дайте, пожалуйста, бинт широкий. Карцин, так называется? Есть такая штучка? Спасибо. Сейчас будем мазать маньку. А, блядь, Бристоль. В рот компот. А? Не понял. Вон, блядь, мухи уже по твоей болячке ползают. Ебать того рот нахуй. Братух, блядь. Пиздец, Валера, на бинт, на мыло. Бля, Маша, увижу вечером, не помоешься, не намажешься, я тебя в натуре отпизжу. И вот это в саму рану не лей, а вокруг, Маш, фукарцил. И не вечером, а сейчас похмелитесь и сходи вон в сторону базы или куда-то там. Знаете... От благодарных подписчиков вам. Отгоняй, блядь, мух оттуда. Они тебя насидят там яйца, ебаные в рот, нахуй. Это пиздец. Ебаный стос, нахуй. Ой, блядь. Мне надо где-нибудь, блядь, креолином, я не знаю, чем тебя намазать, нахуй. Побольше, блядь. Налей ему, нахуй, целый. Это пиздец. Я не знаю, что с тобой делать. Ты сам нихуя не хочешь, блядь, я... О, Аслан. Здорово. Что, погнали на базу?
Сейчас он меня отправил, короче, на пару бутылок водки, конечно. Кириллышка? Кириллышка. Хуилишка. Носки нашел или без носков? Ну, надо, блин, ну. Ну, мы хотим делать, давай, блин. Маш, ты меня слышишь? Я с тобой это, шутить не буду. Поняла? Сейчас вот похмелитесь и сходи, помой ногу, набери полторашку воды. Помой, вокруг болячки вот этой красной херней намажь. Батя. И приверни мазь. Бать, зайдешь на базу, нет? Да или нет? Не знаю. Ёбнешь стакан. На тебе вот. Дай. Сходи туда, штаны переодень. А, кстати, я там матрас видел на это, на, в контейнере. Я его снял, да, положил туда под эту. Хороший матрас можно забрать туда. Что, давай, ебашь, и этот, батька, оставь. Погнали на базу. Там бульбаш Валера и второй бульбаш. Послушаем, что же будет. Этот. Пошли, эту Валерию оставь. Это Валерия. Пойдем, заодно там будешь мазаться, это, приводить себя в порядок. Купи что-нибудь. Я купил ей и бинт, и эту хуйню там. Все, всякую. Давай, давай, вытаскивай, давай. Сейчас 5-литровую воду наберем, тебе ногу тебе надо помыть. А что? 12 рублей, да, пожалуйста. Сколько? 12. У меня нету, блин. Не 12, а 16 надо. Зачем 16? Чекушка стоит, блядь. Нет. Что 12, виноградный день. А вот, нахуй вот тебе этот виноградный день? Пока. На, 16. Вот у тебя есть чекушка. Да там пиздец, смотри, зеленые мухи сидят, ебаный, блядь. Я не знаю, чем его, блядь, намазать. Сейчас я в интернете... Не лезь туда руками, сука. Блядь. Сейчас я почитаю что-нибудь в интернете, чем его, блядь, криозотом с железной дороги, блядь, намазать его нахуй. Чем его намазать, хуй его знает. Сейчас жара, вообще все эти микробы, ебать, то ли все. А, чего? И сигарету ему еще надо. Зажигалка есть у тебя? Где она была? Так была или есть, посмотри. Смотри, нет. Это пиздец, Валя. Это пиздец, Жень. Заебал ты нахуй, заебал. Это не пиздец, это полный пиздец. Я на натуре как ты. Бухать нахуй. Да я бухал, что я не мылся, блядь, грязный ходил, нахуй. Тебе все принесли, штаны, блядь, подписчики тебе, пожрать тебе на, блядь, курить на, блядь, все на. Ты вообще, нахуй, как этот, нахуй. Набери, блядь, вечером воды, вон, на это, в пятишки на солнце положил, она горячая к вечеру будет. Обмылся, помылся, блядь, купим эту хуйню пшикалку, блядь. А так, что я на грязное тело пшикать? И мухи вон зеленые сидят. Это вообще ебнуться можно. Ой, блядь. Надо, надо, хуй. На один час он ее выкинет нахуй. Сейчас я почитаю что-нибудь, придумаю. Что у нас сегодня на это утро? Это завтрак или обед у нас будет? Это все вместе, Сан. Сан. А? И завтрак, обед. На, повесь кого-нибудь. Ну, блин. Подари мне такую хуйню. Ну, кто доставил вчера? Так нахуй тебе надо. На лавочке. Это светофор, да? Ну. С ней можно позихерить. Хорошая штука. Я тут сумку нашел. Я, наверное, заберу ее, с вашего позволения. Эту сумку? Не, вон ту хуйню. А, оттуда. Там, если хочешь, где не убить. Что? Если хочешь, еще зеленый есть такой. Не понял, что есть? Цвет. А, зеленый? Да. Позвони мне, позвони.
Позвони мне, ради бога. А что же не звонил? Директору кресло новое принесли, да? Около Леры не шупал, я успел. Дайте зажигалку, пожалуйста, есть укол. Это он со твоей бомбой. Вон Сашка идет. И вот он, здравствуйте. Я заебал все ждать, нахуй. Там, сука, охуели. Что они там, курей резали? А ты кто? Я так, что-то... Кто такой, давай до свидания. Ты что такой, давай до свидания. Понятолки залетел, блядь. Ребята, вот так и мы живем. Это утро, начинай... Утро или сколько времени? Утро. День. Утро начинается. Да. Да. Ну, Аслан, тебе... прокурил уже. Аслан, пускай тебя будет. Хорошо, спасибо. Ребята, поближе подходите. Поближе, ребят. Или поближе к тебе. Не-не, пусть там, я дотянусь. Я просто на солнышке, чтобы эту майку снял. Блин. Почему ты без сахара купил-то, Бульба? А почему, блин, почему без сахара? Да он без очков просто не слышит. Буль, почему без сахара-то купил колу-то? Без сахара. Так, где бы тебе воды набрать? Да похуй. Да холодно какой. Да то холодно не пойдет, да? Да такая. Коза декоративная. Да воды можно набрать вон в этом, на вокзале. На. Заставить ее помыть ногу. Фу, гной мне, знаешь, сколько бы каждый день... Не трогай, блядь. Нет, я вот здесь. И руками туда грязными, руки не моют. Маша, что ты как я это... Я вообще не дошла. Как не дошла? Время 11 утра. Не-не, давай покушай сначала. Дай мне. Руку вытали. Надо кирпич. Давай хавай. Да? Что нахера тебе кирпич? Да низко сумка, низко сумка. Не ори, я вы... Тресь, блядь. Ее просто тея. Низко сумка. На, дозволяй. Да не надо это... Да садись! Не нахуй камень-то твои-то, блядь! Ёптама, сил нету камень поднять. В рот компа. Ты на стройке работаешь, что ли? Куда камню 300 годов? Давайте, ребята, возьмите и кушайте. Приятного да. Вам аппетита. О. А может, впереди этот по стаканчике? Не будем пить, будем смотреть на нее. Нет, по стакану. Я... Давай на нее посмотрим и все. И обратно в магазин отнесем. А он не захотел идти. Топать хуёво. Да у него есть чекушка. Он заколебал уже. Чекушка есть? Чекушка да, еще да. На чекушку есть. На нем мухи зеленые сидят. Блять, я не могу, я не знаю, что делать. Штаны ему, бля, кто-нибудь за ней занесет себе нахуй. А где он придется? Там что ли будет? Сюда пусть придет, переоденется. И ты открыл. Ну закрой, сейчас повалите все. Как этим долбоебам вчера купил бутылку, они повалили. Трясогузка, это Андрюха Леонозовский. И Бытя с нами вчера бухал. Нет, нет, я вокруг. Сначала покушаю. С бутылки водки попадали, нахуй. Я охуеваю. А что не Дима, Бытя на лавочке спал. Теперь еще нету сейчас? Нет. Капни водкой туда. А, кстати. Да, блядь. Забыл, сука, ебаный. Кого забыл? Кроссовки, блядь. Вот этот белый, блядь, сетчатый. А, Машки? Я сказал, что маленько дай. Ой. Ну, не больно. Надо, не надо. Да надо, Маш. Маня. Не больно, не надо. Сказал, не надо. Больно, хай гниет, да? Не, говорю, не надо еще, блядь. Идите, блядь. Не надо. Вон, подай эту самую. Че без того? Блин, он тебя пытали, блядь. Сам тебе, блядь. Ай, не ори. Не надо, блядь, это дай делать. Эй, наоборот, блядь, чисти. Ну, мань, блядь, мы же тебе жалеем, блядь. Ты чё, блядь, ну, ты ж добра желают. Смотри, у тебя, блядь, что творится там, блядь. Но. У тебя, давай. Блядь, там уже бункер, нахуй, яма какой-то. Давай посым тоже. Я тебе насыл себе на голову. Лучше, ну, оставь. Ну, кстати, все, пора. Блин, олей. На рану ж можно поставить? Да. Вот. Лишь бы в утробу, да? Ну,
сладкое же? Или нет? Как ты считал там? Без сахара. Ура! А, так все равно он будет сластись. А где? Я же что-то пил. Ну, я пробку беру. А, пробка. Я думал, ты мне не даешь. Ребят, давай, берите. Пока. Блин, так она наперченная что-то. Ну да, перец что такое там? А, класса? А я кускуску. Ну я понял, колу, класса, хуя. Я не налил, Майя. Отдай. Маша, голодок уйдет, спасибо. Обиделась. Я не обиделась. Это не обиженный, ты огорченный. Огорченность, ты сказала спасибо, очень как-то грустно. Это я мораль. Да, ну да. Не трогай, не трогай. Блядь. Можно было салфетку намочить, ну, этой водкой. Не зазывай, да. Потому что кровь пошла. Кровь пошла, это хорошо. Это, ну да. Ребята, это... возьмите, кушайте. Ну что, блин, давайте. Подождите, блядь, я еще не выпила. Ты собираешься, как будто там тебе кружку армейскую налили. Там есть, ёпта. Мне шоколады было. Кошечка. А кошка? А ты чё с кошкой? Да. Чёрная. Я одну увидела, а вторая я не знаю. Вторая такая... Трёхцветная. Серо-жёлтенькая. Трёхцветная. Офигенная кошка. Приятного. Спасибо. Питайте. Всем приятного аппетита. Ну, пока мы тут мужчине помогали, к ним там подошла матушка. Наверное, принесла покушать. Зинаида. Дай бог здоровья. Это прям при ней урод. Хлещет бормотуху. Господи, и вонь стоит, вот он сидит в 8-9 метрах от меня, до сюда ветром долетает запах от космоса. Матушка, дай бог здоровья тебе. О, молодец, даже без напоминания. Не, я попросил. Технический перерыв у тебя, да? Тихий час. Сон, это сон, ваня. Сон, дренаж. Не, просто прозыкал. Сина не болела. Молодец, молодец. Все. А где бульбар? Куда? Не знаю, я не видел. Я там это, попал. Мужичку плохо стало. Ну такой прохожий просто проходил. Крепкий такой мужик, ну лет 60. И плохо ему стало, в обморок упал. Вызвал скорую, баба сбегала, купила эту пшикалку какую-то в рот ему. Ну, приехала, скорая, забрали в больницу. Давление или что там у него, или сердце, не знаю. Короче, попадаю я постоянно в истории во все эти. На ловца и зверь бежит, блядь. Не один, да? Так, пойду дальше, посмотрю, что там остальные делают. Зачем? А что нам делать надо было? Ну ладно. Теперь помогу.